πίεση. Πίεση που φέρνει αποτέλεσμα. Χλεμπ. Προσπαθεί να βρει το χώρο για το σουτ. Ευκαιρία για τη Λευκορωσία έξω. Από εμάς, μία παρακινδυνευμένη μεταβίβαση του Γλύκου με όλους τους αμυντικούς να μαρκάρουν. Ну, будем надеяться, что и это ненадолго. Вот так вот счет в этом матче и открывается. Видно, какой могучий удар совершил Сергей Полицевич. И что ж, 14-я минута. Слабон в игре в Венгрии за свою команду. Но здесь в левую от голкипера, ну, может быть, не девятку, но что-то типа этого под перекладину. В общем, сборная Беларуси вышла вперед в этом матче со счетом 1-0. И отличились белорусы на 14-й минуте. Второй матч за национальную сборную Беларуси. Наш главный тренер Александр Хацкевич и его помощники Александр Кульчи, Эдуардо Дакампо и Андрей Сацункевич. Еще одна атака белорусов. Еще мог становиться 2-0. Как откликнулся на передачу Александра Глеба и пробил так где-то сгвоздь. Пытались диктовать условия наши. Выровняли игру. Лаптев бил довольно опасно. И, наконец, на 14-й минуте здорово со штрафного пробил Полицевич. Еще одна атака белорусов. И, ну, не знаю, то ли не ждали. Включились в эту трансляцию из Пирея. Преимущество сборной Беларуси довольно ощутимо. И уже... А с Боснией будет народу побольше. Ну вот не знаю, как-то когда играет национальная сборная Греции, всегда вот эти нижние ярусы, будь то Пирей, будь то Афины или Салоники, не заполнены. А вот наверху располагаются зрители. А на матчах клубов, такой еще один момент, владеть мячом побольше, пытается переводить игру к чужим воротам, пытается быстро отличаться. И затем Велиос откликался на эту передачу. Вроде бы вне игры и не было. В момент передачи находился он на атаке. Минут, наверное, 6 до его окончания. Белорусы правым флангом атакуют. Пока опять же действуют наши парни довольно весело. И вновь момент. Заброс вперед. Заброс на левый фланг. Там Шитов поборется соперником. Тем не менее, удается оторваться от Шитова все на тому же защитнику Стафаридису. Удар поворотом. Здесь уже греки претендуют. С 2016 года за бельгийский клуб Генк. Ну, а вот мы видим тот момент, когда пробил поворотом Циолис. Наши там покатились под этот мяч. Гордичук делал передачу, да, скорее всего, а вот кто-то не успевал. Ну, возможно, Савицкий, кстати, он тоже может сыграть и на острие. Но вот это уже опасно было. Пролетели мимо мяча наши защитники. Пролетел, к счастью, им греческий нападающий Карелис. Продолжают эллины владеть мячом. Неплохо получается сыграть в стенку. Опасная ситуация. Удар по воротам. Не сильно он получился. В ближний угол мяч полетел, но воротам наносил 16-й номер. Это... вышедший на замену Димитрис Диамон. Вчетвером побежали греки в это контрнаступление, но притормозили, и наша команда, дадим ей должное, очень-очень быстренько вернулась в защиту. Фортунис пробил поворотом, очень опасным был перевести мяч за линию ворот, но Фортунис вот только-только появился на поле и тут же отметился вот этим классным дальним ударом. Карелис эту атаку начал. Карелис ждет передачи на левом фланге по штрафную. Может быть, очень опасно. Позволили мяч принять, остановить. Собрать. Карелис сейчас играет слева, а на правый фланг передвинулся Костас Стафилидис. Этого приходится потрудиться. Цавелло сделал подачу. Отбились белорусы. Еще один пас. Попытка проникающей передачи. Удар по воротам. Ну, как позволили, так и пробил Никос Карелис. Все видел наш...